Всем привет, ребят. Ну что, пришел 21-й, решил дальше же двигаться. 22-я волна у нас, 22-е древнее испытание. Тут я буду использовать немножко другой состав. Решил убрать все-таки Анубиса, поставить Повелителя Бури. То есть у меня тут с массовых таких, грубо говоря, по всей карте дамагеров никого нет. Тут единственное, что одержимый и бабка, ну плюс некоторые герои, например, ворожай может там зацепить, он и зацепит, в принципе, героев дальников. Вот такая вот у нас здесь подземочка. Есть душики, автопрокеры. Тут у нас еще такое есть. Ну и в принципе все. Варианты есть, начиная вот отсюда со снеговика, с суккуба. Как видите, у меня сейчас большинство героев 1, 2, 3, 4, 5, 6 на крит. То есть у меня будет работать здесь крит. Буду я стартовать опять же с того же самого Атланта. Давайте ему сейчас ему просто поставим с Анубиса, снимем слона, чтобы он не получал стана, и будем пробовать пройти эту подземочку. В принципе, она несложная. Самое основное было ту зафармить, там, где были огнекрылы. Так, кидаем. Вот так вот заагрили мы, переагрили на Атланта, выпускаем всех. И сейчас будем смотреть. То есть тут нету, как видите, у меня массовых героев, кроме там, ну, точнее, кто будет на автопрокеров, скажем так, бить, и будем получать обратки. Ну, немножко герои, конечно, у меня сейчас разделились. Ну, в принципе, думаю, это не проблема. Вот Баба Зина, как видите, здесь вообще трешует. Плюс Бигфут. Вообще отлично. То есть такой вот составчик, в принципе. Не надо здесь Анубис, не надо здесь заклинательница. Вам вполне хватит этих героев, чтобы это все пройти. Это несложная уже подземочка. Так, есть. Давайте сразу же 23-е таким же составом. То есть тут можно и Риббита даже того же поставить. Так, тут у нас что? Тут вот опять же можно с угла выпустить. Например, здесь выпустить, попробовать Атланта. Не успел включиться. Ради интереса попробовать посмотреть, как они на него заагрятся, расливаются или нет. Не успевает. Ладно, не будем экспериментировать. Так, вот мы запустили Атланта, на него все башни заагрились и выпустили своих героев. Я, конечно, выпустил сейчас по центру, лучше это сделать где-то со стороны, чтобы они кучно шли по какой-то стороне, потому что по центру, как видите, они разбегаются сразу же на всех и их просто начинают сливать. Но опять же, можно попробовать отсюда, начиная с душика. Давайте вот так, начиная с Атланта, выпускаем всех. Чем хорош здесь Бигфут? Как видите, он здесь очень хорошо у нас морозит их всех. Ну, не знаю, или мы тут пройдем сейчас таким составом. Дерево резнуло. Не, все-таки немножко не хватает, как видите, даже при таких прокачках. Здесь уже сложно. Вот можно, кстати, попробовать через хранителя. На нем свободно разогнаться, тыковка разгонится. И постепенно проходить дальше. То есть здесь нет массовых, которые будут там бить, чтобы все автопрокали. Вот так вот по чуть-чуть они будут. Конечно, попыток вы потратите очень много, потому что у вас прокачки. Так, на ком мы там слились? Повелитель бури. Атлант, смотрите, до сих пор жив. Атлант, короче, решает, ребят. Ладно, давайте будем отсюда стартовать. Можно стартовать также с Бабы Зины, кстати, с ней тоже неплохо. Она себе режет по себе урон. Самое главное, чтобы у вас тыковка разогналась, потому что если у вас тыковка не разгонится, то будет все печально. Нет, тут нас опять же сейчас посливают по одному. Но смотрите, что Баба Зина делает, просто жесть. Вот там все, там Повелитель Бури просто моих всех ушатал. Атлант опять остался один. Так, ладно, будем пробовать тут сейчас все-таки через душика бежать. Стартовать будем опять с Бабы Зины, так как по ней урон проходит меньше намного. Так, как видите, она не сливается так быстро. До сих пор жива. Мне все-таки придется ставить Атланта,
чтобы на Атланта поагрились, посливались. Некоторые. Так, окей. Кидаем. Атлант включился. Смотрите, как они себя пошатали все. Все душики практически слились. Вот в чем, чем и хорош, скажем так, Атлант здесь, то, что можно сливать вот этих всех дальников. Ну, конечно, мы не оттуда опять зашли. Сейчас мы сольем душиков, чтобы обратки было поменьше по нас. А запустим всех со стороны хранителя. Так, окей, кидаем сюда. Все, он там включился. Они на нем слились. Я, конечно, рановато выпустил. И героя поспешил. Однозначно поспешил. Пусть посливаются хорошенько. Вот отлично. Теперь выпускаем всех. Вот видите, намного-намного все легче. Самое главное набрать разгон. Но дальше опять же могут быть проблемы, очень много тотемов. Но Бигфут, видите, Бигфут немножко не туда побежал. Из-за этого, как бы, вместо того, чтобы побежать со всеми и там заморозить их, он пол карты продолбил на разгоне. Так, поехали еще разок. Ждем, когда они посливаются. Вот смотрите, как отлично все уходят. Просто улетают. И выпускаем своих. Так, 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 душегуб, видите, блин, куда Атлант тут побежал? Жесть просто. Сейчас шапка нас ушатает. Отлично, шапки дали молчанку. Ну, дальше опять сейчас нас могут, если Бигфут нас не спасет, повелитель бури. Так, мой повелитель еще живой. Если мы сейчас не ушатаем повелителя бури вражеского. Да, вот видите, что сделали. То есть, как видите, локация не из простых. Надо будет все-таки иметь некоторые герои максимальных прокачек. Вот так вот. Отлично. Немножко выше надо, чтобы больше все-таки этих включалось. Так, отлично. Выпускаем этих всех, Атлант. Надо было все-таки подождать немножко, чтобы шапку... Вот смотрите, как разгончик получили. Отлично. Теперь, конечно, надо, чтобы удачно еще все зашли. Но опять разбежались. Нас сейчас просто сольют. Почти, почти. То есть можно на хранителе здесь свободно разгоняться. Давайте попробуем где-то так вот выпустить. Да, вот где-то там надо выпускать. Самый оптимальный вариант будет. Так, окей, есть, да. Пробуем через хранителя опять отсюда забежать. Вот, видите, хранитель с воодушевлением. То есть тут надо еще вовремя, скажем так. Вот мы сейчас слились просто на хранителя все. Надо будет пробовать все-таки с другой стороны, потому что мы на хранителя на отражалке слились. Либо блочить его пробовать. Сейчас попробуем отсюда опять же. Выпускаем отсюда его. И попробуем вместе с Атлантом пробежаться. Так, Бигфут. Ну, опять побежали, блин, в центр. Чего бежать в тот центр? Да, придется все-таки сверху заходить. Там хоть разгон получше будет. Тыковку сейчас отдельно еще кинем. Так, сливаем тут автопрокеров. Кидаем тыкву, а там всех остальных пробуем. Пробуем такой вот заход. Знаю, будет он удачный или нет. Самое главное, что у нас тыковка дала бешеный разгон. Ну а дальше все просто посливались. Дерево не вовремя, не вовремя немножко резнуло всех. Ну, Бигфут один тут, конечно, уже ничего не сделает, я думаю. Да, видите, его ушатали. Так, пробуем еще раз так же. Сливаем тут всех. Кидаем тыковку. Тыква получает, дает разгончик.
Выпускаем всех. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот видите, закрылись, блин, опять. Все на одного и все. Хотя заход был вполне удачным. Так, попробуем всех опять сверху кинуть. Или тут же. То есть вариантов, вариантов мучения у вас очень много разных. Вот сейчас, конечно, мы на хранителе посливаемся опять. Но вариантов у нас не особо много есть. Еще второй сейчас подойдет. Шапка. Конечно, можно тут все на изи пройти. Вот, отлично, отлично. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Такой разгон. Ну. Да, просто жестко потеряли весь разгон. А разгончик был вообще супер. Вот дерево последнее. Чуть-чуть не хватило. Давайте поставим сюда, знаете кого? Вместо повелителя бури поставим сюда смерть. Давайте вот так вот попробуем. Можно, конечно, и заклинательницу попробовать как вариант. Так, атлант. Сейчас пусть посливаются. Тыковка и всех остальных отсюда. Конечно, смерть сейчас может слиться, а может и нет. Если нет, она должна хорошенько героев подожрать. Странно, странно, странно очень, что смерть не подожрала всех. Очень странно. Остался один одержимый. Видите, чуть-чуть не хватает все-таки. Не хочется брать сюда Анубиса, но... Опять же, у кого есть Анубис, тем будет намного проще. Так, давайте сливайтесь об Атланта, отлично. Вот опять разгончик. Можно попробовать, наверное, лучше заклинательницу, потому что, смотрю, от смерти тут толку не особо. Не работает так она, как хотелось бы. Так, отлично, отлично, отлично. Держимся, держимся, держимся. Дерево, давай, 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 давай. Атланта восстановили. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, не дайте, не дайте им. Сейчас, мне кажется, нас просто сольют там пару героев. Нет? Все, огонь. Еще осталась Леди Лео. Конечно, она может нам сейчас тут наделать беды. Нет, должны затащить. Отлично. Вот так вот, ребят. Прошли. 22, 23, давайте 24 уже пройдем таким же составом, попробуем. Так, что у нас тут есть? Афина, вижу. Опять же, душики. Давайте попробуем опять трешануть Атланта. Сможет он подойти, включиться или нет? Так, включился, там сейчас они должны все посливаться. По идее. Но это опять же не точно. Так, Арктика, разогнались мы оттуда. Взяли разгончик. Ну, вот такие варианты, как видите, с Атлантом очень-очень неплохо себя показывает. Так, тыковка, дали разгон. Смерть есть, отлично. Сейчас нас, к сожалению, сольют, наверное, мы разделились очень. Вражеская смерть сейчас нас просто ушатает. Да. Но заходик был очень неплохой. Так, кидаем опять Атланта. Включился. Выжидаем. Так, хранитель. Ай-яй-яй, отпустили хранителя далековато мы. Хотя, в принципе, вроде сейчас неплохо. У нас Атланта только нет, тыковка. Вот, вот видите, весь разгон пропал. Да, что-то смерти тут не особо. Но опять же, тут с кем-то другим брать заклинательницу будет очень сложно. Так, давайте пробуем еще разок. Так, хранитель включился.
Самое главное, конечно, здесь разгон не потерять. Ну, мы его очень... Неплохо здесь разгоняться на, именно на хранителях. Но видите, я не беру сейчас массовых, опять же, дамагеров сюда. Был бы здесь Анубис, мы бы это уже все давным-давно прошли. Просто налегке. То есть, либо вариант вот так вот решивать. Либо просто делаем... Убираем смерть. Ставим сюда Анубиса. Просто Анубис, ну не знаю, это уже не настолько донатный герой, давайте вот этого. У многих его, конечно, нет, но у большинства уже, думаю, он есть, поэтому. Самое главное, что мы это все проходим бездонатными. Условно бездонатными, у меня они донатные все, конечно, с прокачками такими, ну. Ну дайте включиться ему, что ли. Все есть, включился. Сейчас пусть Афина сольется. Ой, хранитель. Хотя, в принципе, нормально. Сейчас Анубис возьмет разгон. Должен был, по крайней мере, взять. Вот, отлично. Смотрите, как поподжирали. Сейчас намного все легче. Сколько у нас там осталось? Пару героев. То есть мы их свободно, по чуть-чуть. Так, ну там Бигфут сейчас нас может всех положить. А, там хранитель включился, я думаю, что такое? Вот видите, опять хранитель включился и все. Ну, разницу вы видите. Насколько с Анубисом здесь все проще. Можно Купидона даже поставить сюда для усиления. Это я поспешил немножко. Так, тыковку мы просрали. Все, без тыквы у нас тут нет вариантов особо. Хотя, может быть, если баф нормально зайдет под хранителем. В принципе, нет. Видите, минус 0. Хотя, если правильно забегут все... Не... Тут у нас сейчас бигфуты просто пожирают. Плюс хранители есть еще. Хотя нет, смотрите, держимся. Там два бигфута. Все, все на хранители посливались. Ну, нет. Было бы весело, если бы хранитель затащил. Так, обратно выкидываем Атланта, который не включается, как обычно. Так, вот хранитель включился. Самое главное на хранителя вот это вот. Не слиться на его отражалке. Вот тень есть, отлично. На тени просто кайф разгоняться. Вот, смотрите, как вот правильный разгончик и все. И все просто налегке должно сейчас пройтись. Конечно, опять сольемся на хранителя. Ну, отлично. Все. Вот вам польза от Анубиса. Без Анубиса, конечно, намного дольше бы задрачивались. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.